Всем привет и добро пожаловать на наш канал! Я предлагаю вашему вниманию очередную подборку из рубрики «Фильмы», которые вы точно пропустили. От вас я, конечно же, жду комментариев. Напишите, что из предложенного будете смотреть лично вы и почему. Открывает сегодняшнюю подборку фильм «Мы вам перезвоним». Лучшие друзья Акин, Дефне, Лале, Юсуф, Джагид и Нур, окончив университет, приезжают в Стамбул в поисках работы. Они делают первые шаги во взрослую жизнь и осознают, что все не так просто, как им казалось. Фильм «Драгоценная жизнь». Надида Гюрбюз бросила обучение в университете, вышла замуж и стала домохозяйкой. Всю свою жизнь она посвятила своему мужу и детям. Но вот ее муж внезапно умирает, и она понимает, что ничего не сделала в этой жизни для себя. Надида, которая посещает очень много курсов, как и чем заполнить свое свободное время, не может быть счастливой здесь и сейчас. Но однажды, увидев новость, ей предоставляется большая возможность, которую она так ищет. Надида возвращается в университет, который она бросила много лет назад. Ее путь превращается в приключение, которое изменит всю ее жизнь вместе с ее молодыми однокурсниками и харизматичным преподавателем. Все возможно. Простой слесарь Ибрагим однажды выигрывает в лотерее большую сумму и решает поехать в длительное путешествие. В том отеле, где он поселился, он заводит роман со знаменитой моделью. Позже выясняется, что герой, как две капли воды, похож на одного бизнесмена, и Ибрагим решает занять его место. Хорошая игра. Кибертурниры пользуются огромной популярностью среди многомиллионной аудитории геймеров всего мира. Главный герой Дженк после окончания учебы устраивается работать в интернет-кафе, где играет за другие команды. Так он помогает больной сестре. Менеджер команды геймеров замечает талантливого парня и предлагает ему стать членом команды и принять участие в большом турнире. Ради дочери. В фильме вы познакомитесь с Тунджером, который много лет назад развелся с женой. И однажды он, соскучившись по дочери Тубе, едет к ней. В первое время девушка не верит, что Тунджер ее отец. Однажды отец вывозит ее на неожиданное путешествие. Эту поездку подготовил Тунджер и каждую деталь продумал для Тубы. Ее отец – таинственный человек. Но за ними едет еще парень Тубы, который следит за Тунджером.